Кто тут говорит, что конфеты отстой? Там чуть выше. Там чуть выше сообщение. Енот, смотри. Капсом. Красивым капсом. Ты была мне как брат. Все, понятно. Конфеты топыч. Я смотрю, тут все конфетницы, да? И конфетники. Саша тоже любит конфеты. О, нормально, я вышел именно. Стоп, подождите, а мне здесь нужно вообще выходить или нет? О, понятно. Забейте. Ничего не доплыл. Да и вообще поесть люблю. Ну, я не знаю, ну, как бы поесть, это поесть. Конфеты, это не про поесть. Конфеты, это про... я даже не знаю, про что это. Мужики, тянем спичку, кто сегодня конфетница. Но так как конфеты отстой, я не участвую в этом. Вова, повтори. Да чё, я уже не помню, что я говорил тебе. Я говорю, что ты меня игнорируешь, и тебе похер на меня. Уже в который раз. Так. Можно слазить, в принципе, да. Пихает конфеты в конфетоприемник. Апапрайт. Ну, я понял, что ты меня не слышишь. Знаешь, как говорится, незнание законов не освобождает от... Ну, ты поняла меня. Из меня такой себе юрист. Морские могилы, как островитяне хоронят убитых в походе. Да ты меня даже на стрим не заходишь, а я вот пришла. В смысле, я на прошлом стриме засабскрайбился на тебя. В чем проблема? Клан Анкрайт. Я пока делал кардио, слушал, сидел тебя, что? У меня, я вообще-то в зале был вчера. А сегодня у меня все бобо. У меня новая программа, и мне плохо теперь. Все болит. Все болит. Блин, я скоро шею сломаю, наверное, если так буду сидеть за этим. Я просто руки положил на стол и... Гроза, мать ее. А телек сильно-сильно справа. Так, осмотреть руины Урскара и поискать следы Хьялмара, используя ведьмачье чутье. Господи боже мой, кто придумал эти имена? Вова, чё? Тихо. Не, я могу здесь умереть, ребят. Мне надо обойти по-нормальному. Мама, дай конфету, а попа не слипнется. Мама, я ее в ротик положу. А. Господи, умный ребенок. Они с другой стороны? Кто? Кто? Пакман, кто с другой стороны? А, летящий смайл. Сообщение вырвалось из контекста. Смайл, да, я понял. Полазил на ВК страничках техобслуживания до 12 часов в МСК. На люди играют на Твиче.
Ну, видимо, там ограничение какое-то, ваучер, слышишь? 35 минут осталось до 12. Там, наверное, ограничение просто какое-то. Я кушать из-за вас захотел. И что ты сидишь, кушаешь конфеты? У меня, кстати, шоколадка есть. И там еще какая-то фигня тоже есть. Шоколадная. Техно-русерах, они играют на других. Да, кстати, может быть. Тоже хочу кушать. Я, кстати, так и не поняла. Не поела. Так и не поняла. Печеньки есть и корм мопсячий. Ну, однозначно корм, Саня. Печеньки говно, а корм ок. Так, осмотреть руины ведьмачьим чутьем. Ну, давайте. Следы великана. Хорошо. Это важная информация была? Сирена. Варены. Так. Здесь тащили нас. Кто это? Дом укрытый, о, прям как у меня за окном. Буквально недавно, да, ребят? Серьезно, вот тупо то же самое, по-моему, чувак даже пел. Там сын и дочки две, и жена. Прям та же самая песня, серьезно. Прям вот точно. А почему нет этого, типа, репоста? Руки коченеют, болит. Квадратик типа нажал, типа, и он же заваншотил. Дом покрытый дерном и корой. Однозначно, это та самая песня, ребят. Ребят, доброй ночи. Саша с Джузбрингер, доброй ночи, спокойной ночи. Завтра увидимся. Я знаю эту песню. И завтра мы идем на ОНО. Гляди, дружина. Конечно, знаешь. Еще один. А сколько раз я им говорил? Чего-чего, Вильфред? Да, ничему не учится. Этот хоть песню перед смертью послушал. Ха, Геральт на очко присел, когда увидел великана. Тоже мне легендарный ведьмак. Но иногда лучше как бы не лезть, да, не создавать себе проблемы. Не решать проблему, а не создавать себе проблему. На ОНО, да? Как попрайт. Споки, Саш. Может, это он и пел, ты не думал, Вова? Я постараюсь не думать об этом сегодня ночью. Зверья тут мало, я видел, как великан дает тебе еду. Где он ее берет? Вова ускорился, как персонаж на русской озвучке Ведьмака. Там на земле лежит обглоданная рука. Что? Где? Вильмар, мать твою за ногу! Кто за порядком будет следить? Совсем он базарит с черепами, ребят. Тайны. У нас был выбор. Или так, или с голоду помереть. Но я никого не принуждал. Вся дружина была за. Почему великан тебя пощадил? Почему великан тебя пощадил? Моя дружина и сирены помогают ему строить корабль. Я шью паруса и иногда пытаюсь бежать. Тогда сирены прилетают и приносят меня обратно. А зачем ему корабль? Куда он собрался? Обещаешь не болтать? Моим людям я могу доверять, они будут немы, как могила. Но ты... Я никому не скажу. Ну ладно. Великану нужна эта посудина. Чё трубит меня, подкосила работушка. Пойду спать. Спокойной ночи, Лёш, спокойной ночи. Приходи в четверг. Да, ты раненько сегодня заканчиваешь, половина двенадцатого. Отдыхай. Отдыхай, рад был тебя видеть. Кто были эти люди? Это моя дружина. Они поклялись, что никогда меня не оставят. И вот, смотри, сдержали слово. Да, Пакман, это черепа, Вильфред. Вот, смотри. Рядом с ним справа Вильфред. Заика, это Вильхельм. Почему вы остались здесь? Мы не можем уйти. Сунься мы еще раз, великан всех нас поубивает, как остальных. Ты Харальд Собачье море. Антон, я много циферок, спасибо большое за фоллоу. А что, мы с моей дружиной похожи на мертвяков? Ну... То-то же.
Так значит, все думают, что я помер. Может, оно и к лучшему. Так, ищу Ярлмара Анкрайта. Я ищу Хьялмара Анкрайта. Хьялмара. Похоже, он пришел сюда с дружиной, чтобы одолеть великана. А, да, видел я их. И Вильмар тоже. Точно? У Вильмара соколиный глаз. Они стояли на том же самом месте, что и ты сейчас. И все выглядели довольно скверно. Рыжий Лейв, Фолан, Виги. Между нами говоря, у парня с головой не все в порядке. Ну и молодой Анкрайт, тот тоже был. Тебя узнали? Нет. И к лучшему. Вова, хочешь, сделаю тебе бутерброд? Нет, я хочу омлет. Ты помнишь, когда это было? Когда было что? Когда здесь были Хьялмар Анкрайт и его люди. А, это! Не помню. Вильхельма спроси. Куда они пошли? Они говорили, куда пойдут? Не помнишь, Вильмар? А, да. Они собирались разбить лагерь в старой сторожевой башне. Ее найти просто. Стоит посреди долины и ничего не стережет. А, постараюсь к тебе еще вернуться. Я постараюсь вернуться к тебе, когда найду Хьялмара. Ты так уверен, что его найдешь? Может, ты еще и великана в одиночку завалишь? Все люди одинаковые. Давай посмотрим. Им кажется, что они бессмертны. Мне пора. Будь здоров. Слушай, если ты действительно сумеешь вернуться... Поспрашивай его друзей, вдруг они что-нибудь подскажут. И гвозди. Гвозди у нас тоже кончаются. Давай попробуем. Запомнишь? Гвоздей и дратвы. Я запомню. Омлет я тоже люблю. Да. Сейчас бы серьезно, прям вот. Самого лучшего омлета. Нет, тут можно только загасить, я надеюсь, не так, как я подумал. Вот, Пакман, нельзя с ними базарить, к сожалению. Бэм. Да, сейчас можно было бы такой, типа, вкусненький омлетик. Дали ли? Вот жаль, наверное, они не в настроении. Возможно, Пакман на самом деле. О, кстати, ремонтка. Вполне вероятно. Ну, я просто глянул так на них-то. Они все, в принципе, такие подуставшие. Как ты думаешь? Прям немножко больно смотреть на них. Надо им отдохнуть. Неразговорчивый чёт, да? Да, Вова, хотя я прослушал снова, что ты сказал. Видимо, есть что-то поважнее. Так, А, нет, осмотреть. Да, давайте осмотрим. Деревня Урскар. Давайте осмотрим. Следы битвы. Ну да, пацаны, вообще, ребята. Вообще. Палка, смотрите. А можно как-то поюзать ее? Или кинуть? Я могу кинуть палку? А, это не палка, это меч, я понял. Я хотел кинуть палку, а в итоге это меч. Короче, ребята, сегодня палку кинуть не получится. Они бежали в сторону пещер. Что значит? Кому кинуть палку, Капа? Не знаю. Великан гнался за ними. Симулятор свиданий. Посмотри, правда, на русском. Хочешь услышать, как ты озвучивает. Хочется услышать, как ты озвучивать будешь то, что там происходит. Там типа... Ну, в смысле, ты имеешь в виду, там, типа, надо читать диалог, типа, или как? Ваучер. А, вот, понятно. Можешь кинуть палку. Вот. Спасибо большое за клип, Лили. Давай мне, я поймаю Капа Прайд, лол. Пакман, ты сегодня в настроении, я смотрю. Смотреть.
Великан попытался пробраться в пещеру, но, видно, передумал. Надо поискать другой путь. В смысле? Вообще ничего не говорит. У меня отличное настроение. Это хорошо, это хорошо. Еще след. Великан попытался пробраться в пещеру. Блин, ну это уже он говорил. Передумал. Блин, не люблю, когда он дублирует, конечно, реплики. Это звучит немножко глупо. Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Уу-пэл! Где эти женщины? Еще палки будем кидать. Ой. Это не женщины? Болты будут... Нет? Так, забейте. Надо выйти на сушу срочно. Привет, аккумулятор разряжен. Ой. Очень вовремя. На самом деле он еще будет разряжаться час, наверное, минимум. А, сдох. Все, слезал. Да, читать диалоги, как в любом японском симуляторе свиданий. И делали его чуваки из... Devolver Digital, который на E3 в этом году конфу на 15 минут показывали полную дичи. Это лучшая конфа в моей жизни была, Билли Пакман, говорю, Баучер. Это просто жесть был. Я знаю, я видел эту конфу, я выкладывал ее у нас в группе. Я знаю, кто такие Devolver Digital и... Digital, как это по-украински на самом деле, да? Devolver Digital. Вот, надо глянуть, надо глянуть. Спасибо большое за... Я бы попробовал, серьезно, это было бы реально интересно. Вот. Можно было бы проэкспериментировать, скажем так. Что-то там, кто-то, смотрите, кто-то подустал немножко. Трубка. Очень важно. Господи, что ты орешь? Ты смотрел, Злюк, выступление Devolver Digital? Ладно, ребят, пойду смотреть кино. Всех обнимаю, Вова, не обижайся. Ты лучший. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Так. И чё, я не могу это поюзать никак? Нет. Её вот. Зарубили. Должно быть вдвоем. Дружина двинулась дальше. Интересно, сколько их осталось? Ялмар потерял здесь много людей. Вы это слышали спокойно? Ну, блин. Смотрел орать-то чё? Ну, не знаю, я просто вспомнил и дико проорал на самом деле, когда смотрел много... Ой-ой-ой, что это такое? Как я упал? Когда смотрел, я просто дико орал с этого всего. Блин. А, понятно, ладно, это норм, по-моему, да? Да, слава богу. Так, нет, не сюда.
Ёлки-палки, как теперь подняться? Свод туннеля обвалился. Так, окей. О, смотрите, что-то какой-то сундук. Норм. Там еще тоже есть что-то. Наверное, отсюда мы должны были выйти. Всадили пол колчана. В нее всадили пол колчана. Нам, наверное, сюда, в эту сторону. Кто хочет, чтобы в вас садили пол колчана? О, сработало. О. Нехорошо. Это все? Яйца гарпии, отлично. Нам, походу, все-таки наверх надо просто и все, больше ничего. Ну да. Да-да-да, наверх надо. А, нет, стоп. А, нет, нормально, нормально. Уходим! Бэм! Еще один. И отходим, сейчас будет бабах. Чертежик. И что-то еще, наверное, да? Будет, по-моему, здесь. Такое. Ага, вот еще. Вот, видео. Вова, ты спидраном проходишь в Димака? Нет, я просто не прохожу. Не ищу. Так, какой спидран? Ты что? Мы уже проходим уже его несколько месяцев, наверное, мне кажется. Я единственное, что я не прохожу там поиски вот этих всяких брони, там, типа, школ. Все остальное, ну там, гвинт там выборочно. Вот, все остальное проходим полностью. Понятно. Ясно. Я нажимал отпрыгнуть. Я нажимал отпрыгнуть, и он ни хрена не делал. Он тупо ничего не делал. Он стоял рядом с этим уродом и ждал, пока он взорвется.
я здесь. Что там уже? За курву забанили. Енот. Минус крес. Черт, я пропустил горение, что жестоко было. Не, не то чтобы жестоко, но там тупость была просто. Ну, типа... Больше... Как сказать... Такой боговатый момент, короче. Я, получается, ударил моба, он начал взрываться, и... А Геральт... Ну, типа, я отпрыгиваю, потому что я понимаю, что он взорвется. Вот, вы а Геральт... Всадили пол колчана. Не хотел отпрыгивать, короче. В итоге... Но вот это, ну, там чуть-чуть. Покажи, будет. Что умеешь. Вот. Когда я нажал прыжок, он не отпрыгнул. Типа, вот. Такая вот фигня была. Жиза. Я тоже такое было? Ну серьезно, это просто дичь какая-то. Вот на вот этом моменте. Вот здесь вот два, типа. Их двое, поэтому. Бэм. Во, тихо. Вот на вот этом моменте я и сдох. Эту рассекли пополам. Сгорал от этого сильно. Ну, блин. Я еще когда пытался, путался в кнопках. Я путаю кнопки, знаешь, какие, Пак? Путаю кнопки с Bloodborne. Я вместо... Как его называют? Квадрата нажимаю там R1, например, понял? Периодически. Ладно, погнала спать. Доброй ночи. Доброй ночи, понтифик. Мы тоже, в принципе, уже скоро пойдем спадки. До четверга. Всем хороших сновидений. Нужен ключ. Кладовка великана. Порядочно он их насобирал. Но Хьялмара здесь нет. Надо еще поискать. Хьялмар точно здесь проходил. Было, что один взрывался и задевал другого, который рядом со мной стоит. И тот лопался и меня убивал. Но вот сейчас, грубо говоря, такое же было. Просто еще фишка в том, что я не успел... Ну, точнее, я не смог из-за какого-то бага отпрыгнуть. А по факту фактически то же самое. Да, вполне. Прям как у меня дома. Декорации, да? Ты думаешь? Это дизайн. Лофт называется. Бэм. Прикольно. Архитектурные дизайнерские решения. Искать Хельмара. Закрыто. Точно закрыто? В натуре закрыто. Прям закрыто-закрыто. Отлично, деньги.
какие-то отметки. Много старых следов. Великан, должно быть, часто туда ходил. Ну, реалистично, я скажу. Ну, люди же старались, как бы, понятное дело. А, стоп, не понял. Он определенно шел туда. Так, а здесь что нам нужно? Подожди. Тут еще Флорена есть, ребят. Давайте обязательно. Великан старался. Подожди-ка. А, вот, может, в комнате, да, что-то? Да-да-да, вот-вот-вот-вот, нашли. Какая кладовка, такие мыши. Ну, зато красивенько, когда. Какая кладовка, такие и мыши. Да, вот теперь идет по следу нормально вполне. Показывает налево. Что-то далековато, если честно. Это будет лагерем его или нет? Интересно. Ладно, хорошо. Еще дальше. Да что ж такое? Может, мы уже туда в Новиград придем пешочком? Если честно. Блин, не вижу летающих тварей. Ой, хорош. Да что ж такое? Походу мы его нашли. Да, в Каэр Морхен скорее. Ох, улетела одна. Типа, да, как вроде бы. Спасибо, Белоголовый! Белоголовый. Если бы не ты, мне бы пришлось гораздо тяжелее. Теперь нужно перевязать Лейфа. Эти суки ему чуть кишки не выпустили. Из-за всей дружины только мы вдвоем и остались. А, кстати, может, ты не слышал? Я Хьялмар Анкрайт, и я никогда не забуду, что ты помог мне в беде. Геральт из Риви. Тот самый Геральт Енот, из Риви? Жив? Из песни о чародейке и ведьмаке. Так ты еще жив? Как видишь. То есть, прости, я просто думал, это было очень давно. Отец рассказывал мне о твоих приключениях. И что ты делаешь на Ундвике? Что стало с твоей дружиной? Что стало с командой твоего корабля? Почти. Сначала был шторм. Меня уже радует. Потом эти проклятые сирены. У меня был рок Харнвала, чтоб их отгонять. Но ночью он пропал. Утром мы угодили в засаду почему великана. Почему Слюка не предупреждает и он перебил NPC? У меня половину контент! Людей. Контент! Арвида ударила скалу, Вигги посадил к себе за пазуху. Сюда нас добралось только четверо. Впрочем... Если бы все шло гладко, сага об этом героическом походе была бы слишком короткой. Мне кажется, это неудачный поход. Нет. Это боги проверяют, из какого железа я выкован. И скоро они это узнают. Меня прислал твой отец. Меня прислал твой отец. Ты нужен на Артскеллиге. Это невозможно. Отец знает, что я не вернусь, пока не одолею великана. Ситуация изменилась. На Артскеллиге будут решаться судьбы всего Скеллиги. Выборы короля. Судьбы Скеллиги решаются здесь. Если я свершу это деяние, значит боги предназначили мне быть королем.
Другие кандидаты уже ждут в Каэртрольде. В таком случае надо торопиться. Пора выйти на бой с великаном. Ты со мной? Ну, да. Как я понимаю, ты собираешься сразиться с гигантом, независимо от того, помогу я тебе или нет. Конечно. Но сперва надо перевязать Лейфа и куда-нибудь его перенести. Лейф умер. Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он умер. Я в этом понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Пойдем. Да не, он жив еще. Ну, понимаешь, на самом деле, Пак, тут вопрос в том, что, типа, главное верить, понимаешь? Бывает вот так вот жизнь. Главное верить, главное не переставать верить никогда. Это огромный выродок. Чем сильнее ты веришь, тем... тем жизнь более полна смысла. Я до него добрался. Ты еще до него не добрался. Какой же герой. Геральт, помоги мне это разломать. Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана. Так, пробраться в логово великана. Все холоднее. Уже близко. Я квент сразу выберу, да, ребят? Просто понятно, если это великан, то будет больно просто. Да и все. Будет большой дамаг осторожно проходить. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Тужурка от дыхания вздымалась. Эй, хорошо, что только меня, тужурка. Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Блин, надо менять. Ты знаешь, как называют Вики? Броню. Помешанный. Точно. И не без причины. Пусть он Грифон не для лет, Скеллиге. Пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Пусть посидит в клетке. Хорошо. Пускай остается в клетке. Что? Я тебе этого не забуду, Анкрайт. Всю славу хочешь присвоить? Выпусти меня немедленно! Всю славу присвоить? Да нет. Нет, друг. Так, не наступать на снег. Скрип снега разбудит великана. Найти ключ от клетки в Вики. Ой. Запорол. Не-не-не, не запорол. Нормально. Сейчас сек, ребят, секундочку. Не подходи к нему! Он мой! Че, им будем открывать клетку или нет? Не запорол, не запорол, нормально. Эй, выпусти меня! Скорее! Ого, снежинки, поиграем. Я целое лето хотел поиграть в снег на полу лежит. Давай, да-да-да-да-да. Ну, походу, ладно, пофиг, короче. Открою. Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Ага, но сперва убью его. Да, понятное дело. Дело. Да не, у меня был челлендж наступить на снег.
Понятное дело, что мы будем с ним сражаться. О, какой-то маг, ребят. О, ладно, хорошо, так лучше. What's going on? Воу! Воу-воу-воу-воу! Боже, он такой умный. Скажи прям... прям секси, да? Понятно, здесь не так работают перекаты, как в Dark Souls. Зачем? Чтобы подраться. Я не выпускал его в прошлый раз. Когда я проходил первый раз, я не выпускал, поэтому мне интересно. Завалим. Ох, и уебан ты, Вигги. Что? Вот это было крайне откровенно, если честно. Вот такого я не слышал еще. Вот это, вот серьезно, плюсую, да. Это, вот такого я не слышал реально. Вот это именно хорош. Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили место тысячесло, совершенно верно, Пак. Ну, почему нет, да? Ялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу в гавани. Я захотел осмотреться. Получили мы 23 уровень. Можно повышать навык. Решил просто там, не знаю, может что-то здесь еще валяется. Да, например, вот, вот это, например, да? Дроп самого... великана. И, может быть, еще где-нибудь что-нибудь, не знаю. Вроде больше ничего нет. Комбинезоны там всякие. Такое. Окей, хорошо, выбираемся, да? Господи, почему великан не убил Вигги? Он же такой тормоз. Почему, Иисус? Ты плохо молился, Пакман, сегодня. Просто ты плохо молишься. А как тогда выйти, я не понял. Что такие люди населяют планету, он нашел, отлично. Просто если бы ты более тщательно молился, Пак, то все будет, было бы лучше гораздо на планете. Вот реально, девиз Вигги слабоумнее и отвага. Да, 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 я не спорю. Это факт. Я же говорю, только потому, что Пакман не, ну, плохо молится и все. Должен лучше молиться каждый день, утром и вечером, иногда в обед обязательно прочитать какую-нибудь молитву. Я жив, я жив. Мне кажется, меня только что вся жизнь перед глазами проскочила. Давай, Геральт, ты справишься. Твою мать. Злюк, ты сейчас не выспался?
Короче, я не знаю, я предлагаю это потом доделать. На этой бравой нотке можно закругляться на сегодня и пожелать нашим зрителям на ютубе всего хорошего. Спасибо, что нас смотрели. С вами был канал No Game No Life. Пока.